там? Оп! Здорово! Ты еще дебил? Я профессор... Эксперимикс. Я готов ответить на любой ваш вопрос. Ну ладно. Да я ж пошутил. Четко. Мы двигаем в эту сторону, да? Да, вот вот. Профессор, ну... Ну заебану, блядь! Да я ж пошутил. Ой, смешная шуточка, это похвально. Когда я был первый раз апельсин... Интересный вопрос. Да ладно. Волны есть в лаборатории. Да, профессор. Ты чё, охуенно? Не. Профессор, мне страшно, вы слышите, там кто-то стучит. Нет. Вот так вот. Чё-то хуйня, блядь. Чётко. Что сейчас произойдёт? Не понимаю. Апельсин упал. Да ладно. Хорошечно.